сегодня делать будем? Будем рисовать, но не просто рисовать. Мы будем раскрашивать вот такие штучки интересные. Смотри, во-первых, сейчас во что она превратится. Вот такую штучку мы купили. Дай. Ну, давай, попробуй, что с ней надо делать. Надо вот так ее раскрыть. Попробуй, получится у тебя? Давай. Ух ты, какая волшебная штучка, красивая, да? Такая красивая штучка. Ее можно вот так вот завязать. Вот здесь сверху есть веревочка. Можно завязать. Вот веревочка. Сейчас я ее завяжу. Сейчас я ее завяжу и тебе дам. А он как ювелир аккуратненько рисует, да? Да. Молодец, красиво очень будет. Долго. Ну долго, зато смотри, как будет здорово, красиво. Да. Какая интересная штука у нас получится, да? Да. Мама будет помогать, да? Давай. Давай. Это... Хорошо, давай, мама будет помогать тоже. А каким цветом маме рисовать? Цвет какой взять маме? Зеленый, желтый, красный, синий какой? Зеленый. Зеленый тоже, да? Да. Хорошо, давай зеленый будем. Есть. Хорошо. А он через одну рисует красиво. Зелененькие. Красота какая получается. Ну, показывай. Вот какой шедевр получился. Хоть мандала для медитации, хоть просто украшение для какой-то пати, для тусовки. Да, он на пол упал, будем вытирать теперь. Да. Ну. Молодец. Чуть-чуть, да, испачкалось? Или чуть-чуть осталось? Да. Ну, молодец, спасибо. Вот, здорово, какая красота. Долго. Мы долго делали, да. Ну, мы потому что очень старались, красиво пытались сделать, чтобы через одну ровненько, чтобы остальные стараться не запачкать. Нам очень трудно было, да, Алан? Эй, ты где? Ты меня видишь, а я тебя не вижу. Ну-ка, покажи свое лицо, ты где там спрятался? Скажи ку-ку. 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 А тебя не видно все равно. Только эту штучку видно. Где ты там? Ку-ку. Классно. Все. Все. Ну давай скажем всем пока-пока. Давай. Пока-пока. А он опять спрятался? Пока. Пока. Подписывайтесь на наш канал. И смотрите наши новые видео. Спасибо, что зашли. Пока-пока.